Тогда четвертая часть. Мы переходим на страницу Рейштет, четвертая часть, тема части 10 сферот Акудим, которая включает 6 частей в себя. Первая часть. Выясняет Рош и Гуф, Адам Кадмон, до Табора, когда в 10 сферот Дерош нет еще реальности самого Кли, а в 10 сферот Дегуф есть реальность первого Кли, которая называется Кетер, и 10 сферот И 10 сферот называется в этом кли в соответствии с их отдалением от четвертой стадии, и когда они находятся в одном кли, называется акудим, и в нем 11 понятий. Это очень важная часть. Есть некоторое количество частей, которые при первом прочтении можно пропустить в Тасе. Об этой части не сказано, что можно ее пропускать. Обычно изучают первую часть, третью часть Таса. Это зависит, с каким учеником заниматься. Третья часть говорит обо всем творении. И есть те, которые тянутся к учебе, а есть те, которые тянутся к общему знанию, откуда уже. Есть те, которые относятся к окружающим светам, а есть те, которые тянутся к внутренним частям, зависимо, что они изучают. Есть те, которые пропускают третью часть Таса, а четвертую почти что нет.